Встречайте, команда КВН, факультета КНИ, ахаха, я не могу. Ваши аплодисменты! Добрый вечер, дамы и господа. Все, что сейчас произойдет в нашем новогоднем круизе, основано на нереальных событиях. Любое упоминание, любое совпадение имен и названий является случайным. 31 декабря. Случай в такси. Сейчас у жены спрошу. У бывшей жены куда едем? В Лапландию. Присаживайтесь, поскакали. Но! Ой, извините, увлекся. Праздничное настроение. Кому едете? К оленям. Подарки забирать. Ясно. А где Дед Мороз? В трубе примерз. Долго аниматором работаете? Почти. Преподавателем. Просто подруга попросила подменить. И какие же новогодние услуги оказывает ваша фирма? Разные. Ну, например, установка детей на табуреты, хороводы на дому. Сейчас стоит 400, 600, 800 оборотов в минуту. Установка праздничных столов. Любой длины. В общем, фирма «Радайдись». Круто! А какие-нибудь смешные истории были? Конечно! О, сообщение! Да. Детское письмо Деду Морозу. Дедушка Мороз, мне нельзя сладкого, потому что у меня диабет. Вышли мне, пожалуйста, ящик полусладкого. Саша, 9 лет. Эх, молодец, малец. Здравия желаю, сержант Петренко, ваши документы. О, Петренко, здрасте. Не узнал. А что, собственно говоря, я нарушил? Вы, Евгений Вячеславович, на нашей новогодней гирлянде выехали на красный. Плюс ваши сани превысили скорость. Ну, понимаешь, эти олени... Может, договоримся? Знакомое слово «договоримся». Где-то я его слышал. А, вспомнил. Перед словом «отчислен». Петренко, опять ты за старое. Я же не мог иначе. Вот и я не могу. Дуть мне в трубочку. Понятно, выпивали. Да ничего не пил. О, я вижу, снегурочка немного подтаяла. А как это вы, Евгений Вячеславович, таксистом стали? Эх, понимаешь? Студентов мало, да и зарплату урезали. И машину вы подрезали. Что-что? Не-не, ничего. Ну, как говорится, получайте ковыкол, я составил протокол. А где же Дедушка Мороз? Ой, там такой курьез. В общем, я в трубе принес. Получай-ка ты сполна. Плечиком подрыгали, а потом попрыгали. И
настроением. Не то, что преподаватели будут таксистами и снегурочками, а студенты злобными гаишниками, а то, что каждый должен оставаться на своем месте. А, Ленин, а, Ленин. Аплодисменты! С наступающим Вячеславом Чернецким и Алена Александровна Долгополова. И, конечно же, команда КВН «Ахаха, я не могу». Всем спасибо за внимание. На сегодня до свидания.